Где? Где игрушка? А где игрушка-то? Принеси! Его писал мой оператор. А я не знаю, что там внутри. Пожалуйста, хоть бы единичка, хоть бы единичка. Сейчас носки сниму. Я скатываюсь. Крутим. Привет, я Энни Мэджик, со мной это мои питомцы. И сегодня, ребята, у нас очень необычное видео. Специально для вас и для Софиши. Где Софиша? Софиша, иди сюда. Все наши преданные подписчики знают, что нашей Софишке исполнилось 6 ноября целых 9 лет. И в честь этого я решила сделать колесо фортуны. И сегодня мы при помощи вот такой вот стрелочки, тихо, пока ничего не знаем про задание, будем эти задания выполнять. В прошлом видео я попросила вас набрать 100 тысяч лайков, но пока что они еще чуть-чуть не дособирались, потому что я обещала вам выполнять ваши безумные задания, которые вы будете писать нам в комментариях. Давайте собирать 100 тысяч лайков в честь дня рождения Софиши и в честь того, чтобы мы выполняли и ваши безумные задания. Обязательно пишите их в комментариях. Под предыдущим роликом набрались такие безумия, что мне страшно их выполнять, но мы будем их выполнять, мы снимем отдельное видео с вашими комментариями. А сегодня здесь тоже собраны довольно необычные, нестандартные задания. Такого мы еще точно не делали никогда. И все это мы будем делать, конечно же, с Софишей в честь ее праздника. А еще, кроме вот этих заданий, здесь есть секретное задание. Он вот здесь, вот под вот этой вот карточкой написан, это задание. Я не знаю, что там. У нас здесь много заданий, 5 мы точно выполним. Ну, а если выпадет секретное, его тоже выполним. Подписывайтесь на наш канал, потому что мы идем к 3 миллионам, это наша цель, да, ребятки? Да, потому что как только достигнется эта цель нами при помощи вас, появится новый питомец на канале. Так что жмите красную кнопочку, колокольчик, уведомления, пишите длинные комментарии, ставьте лайк на это видео и погнали! Я кручу. Только не покрасить в розовый, только не покрасить в розовый. Так, посмотрим. Пойди на прогулку со связанными ногами. Да, Софиша, ты пойдешь гулять по-нормальному. Для тебя радость, для меня мучение. Я сейчас подумала и поняла, что я в жизни никогда не ходила со связанными ногами. Это будет мой первый опыт. Я очень надеюсь, что я не шлепнусь где-нибудь просто в грязь. Так, у вас есть ровно вот 2 секунды на то, чтобы написать. Как вы думаете, упаду я или нет? Ваши ставки. Так, сейчас буду завязывать себе ноги шарфом, чтобы вообще не мочь ими шевелить. Пойдем, Софи, пойдем. Побежали гулять, Софиша! Скорей! Ой, жесть! Фу, слава богу, Софиша... Поняла, что надо сделать, и просто такая побырикуся делает. Мы гуляем! Как я дальше буду сниматься? Это всего лишь первое задание. Мне придется переодеться. Пойдем домой. Пойдемте лучше дальше покрутим рулетку. Пока! Пока я ноги себе не сломала. Мы выполнили первое задание и уже не очень успешно, судя по тому, что мне пришлось переодеться. Кстати, ребят, я думаю, что будет очень прикольно повторить такое колесо фортуны, может быть, с другими заданиями, с остальными песиками. Так что, если да, ставьте лайк и пишите, с кем больше, или, может быть, я здесь опросик сделаю, голосуйте. В общем, погнали. Я кручу простенькое что-нибудь такое. Незаурядные. Что, издеваетесь, что ли? Еще раз вы хотите, чтобы я упала? Пойди опять на прогулку. Это какая-то карма. Давайте, крутим еще раз. Давай. Только не покрасить в розовый. Слушайте, это какая-то шутка, что ли? Я что, шутка для вас тут, что ли? Пойти на прогулку 3 раза подряд. Упади 3 раза, пока не сдохнешь. Пока не сломаешь себе ноги. Поиграй со мной с закрытыми глазами. В этом колесе фортуны нет ничего того, что я делала хотя бы раз в жизни. То есть все я делаю впервые. Это радость для Софии и челленджи для меня. Посмотрим вообще, как удастся нам в это играть. Как можно вообще играть с закрытыми глазами с собакой? Так, ладно. Эй, Софи, она украла у меня мяч. Так, давай. Та-дам! Неси, Софиш.
Софиш, принеси мне. Софиша, Софиш, принеси. Софиша, Софиш, неси мячик мне. Где? Где? Дай, дай, дай. Вот, молодец. Ай, молодец. Да, подожди ты. Так, Софи умеет еще носить мячики, а если бы она не умела, то как с ней играть? Софиш, а можешь словить? Давай, лови. Интересно, она поймала или нет? Я даже не знаю, поймала она или нет. Ой, мне кажется, в меня мяч только что прилетел. Где он? Он куда-то ударился. Атя! Атя! Смотри! 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 Софиш, смотри! Смотри! Ой, мама! Давай! 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 Та-та-та-та! Так, лучше мне не бегать. Атя! Атя! Софиш! Софиш, ты где? Давай! Софиш! Ля-ля-ля-ля-ля! Где игрушка? Отдай! 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 Лови! Софиш, давай! Неси! Софиш, давай, неси скорей! Софи! Софи! Что-то Софи недолго не идет. Софиш, давай! Давай, давай! Ты пришла? Давай, 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 Софиш! Давай, дай, дай мне! Софиш, дай мне! Дай! Где? Где игрушка? А где игрушка-то? Принеси! Софиш, принеси давай! Давай, Софиш, неси сюда! Ну что, где-то застряла, что ли? Софиш, ты что там делаешь? Так хочется посмотреть. Софиш, давай скорее. Давай. А где? Ты не принесла. Где она? Где? Что ты там взяла? Ты у меня мячик своровала, а? Так это мячик. А ты мне ту принеси, я тебе лису кинула. Короче, я не могу, я снимаю, я не понимаю, что происходит. Иди, смотри, как ты могла, запрыгнула. И давай возьми лису. Давай, вот умница, вот умница. Вот молодец, давай. Молодец, бери, молодец. Надо задание для кис Алисы придумать. И по ей колесо фортуны тоже сделать. Ну что ж, следующий кружок. Давайте, и только, пожалуйста, не тупое дурацкое видео в ТикТок и Инстаграм. Секретное задание. Его писал мой оператор. А я не знаю, что там внутри. Надеюсь, не какой-то трэш. Съешь собачий обед из двух блюд с Софи. Юми, я не корм и не вкусняшка. Хватит меня есть уже. Фу, собачий корм. Хотя, знаете, что я подумала? Почему фу? Это же платинум, наш корм, который песики мои едят. И он же натуральный. Я же изучала его состав. Он полностью натуральный. Так что считай, что просто поел человеческой еды. Просто в таком вот формате. Вот давайте даже состав почитаем. По сути, все человеческие ингредиенты. Свежая говядина, 70% свежая. Не сушеная, не какой-то порошок говяжий, не мука какая-то животного происхождения. А свежая говядина, 70%. Сушеный картофель, горох, чечевица, яблочная пульпа, сушеная рыба, сушеные пивные дрожжи, лососевое масло, оливковое масло, холодного отжима, экстракт юки, экстракт зеленогубого моллюска. Вы видели когда-нибудь, как выглядит зеленогубый моллюск? Так вот поймите, что мы, люди, не едим зеленогубого моллюска, а собаки у нас едят зеленогубых моллюсков. Сушеная морковь, сушеные помидоры, сушеные бархатцы африканские, сушеный одуванчик, сушеные брокколи, сушеный зеленый чай, сушеная ромашка, сушеные орегано, сушеные семена расторопши, сушеные семена клюквы, сушеная морская капуста, хлорид карри. Все. Это твоя доза, а это моя порция. Ой, ой. Да что же я за рукожопка такой? Качество, уровень, да, вот этих вот продуктов, используемых для собак в корме платинум, он по уровню такой же, как для людей. Сейчас я умное слово скажу. Human grade. Вот так вот. Угу. Погуглите потом. Ну что ж, Юми там тоже... Зачем ты голову... Зачем ты ставишь лапу на голову, Софи, покемон? Иди сюда, иди. Что-то я многовато взяла. Суховато как-то. Что? Что происходит? Всем советую обязательно попробовать. А попробовать, в смысле, не вам, как я сейчас попробовала, а попробовать сдать вашей собаке, потому что вы обязаны это сделать, никто же не заставляет вас постоянно, да, покупать и давать, а просто хотя бы попробуйте. Тем более, что у Платинума есть очень крутая такая фишка, называется «Больше, чем
пробник. И я считаю, что это круто, потому что когда вы вот берете бесплатно, да, или вам выдают какие-то маленькие пробнички кормовые, и вы даете собаке, она его съедает за раз или не съедает вообще, и вы не можете по этому количеству понять на самом деле, как собака относится к этому корму и как он на нее повлиял. Слишком мало, чтобы понять. Поэтому у платинума у них нет как таковых пробничков маленьких, но есть такая функция, такая возможность купить корм вот этой вот программе больше, чем пробник, дать попробовать своей собаке, понять, как он на нее влияет, как она к нему относится, нравится он ей или нет. И если вас что-то не устроит, то сдать обратно и получить деньги. Ну и, конечно же, у платинума есть не только корм, но и лакомство, да, лакомство. Я должна сегодня, так как у меня задание собачий комплексный обед, я должна попробовать и лакомство. Я надеюсь, у них состав такой же, как у корма. И еще круче. Свежее мясо 76%. Курица и ягненок. Свежая куриная печень. Дробленый рис. Сушеные пивные дрожжи. Сушеное яблоко. Люцерна. Экстракт юг. Экстракт зеленобубового моллюска. Семя расторопший. Сушеный фенхель. Корень сарсаппариллы. Да я даже таких слов не знаю. Сушеный артишок. Нас курица. Ромашковый чай. Экстракт. Одуванчик. Сушеная горячавка. Горячавка. Я в описании всегда оставляю ссылочку. Под любым роликом вы можете найти под этим тоже. Прямо вот в первой строчечке ссылочка. Пойдите на сайт Platinum, посмотрите, где купить, потому что меня чаще всего спрашивают, где купить, где приобрести. Там есть список прямо, где можно купить. Можете прямо на сайте по телефону позвонить или у них заказать, с ними списаться. Посмотреть, какие бывают еще варианты, потому что лакомство и корма – это, во-первых, не все. Они, во-первых, сами бывают разные, с разными вкусами. А во-вторых, есть еще всякие другие примочки прикольные, которыми я тоже пользуюсь для зубок собак, для воск специальный. Сейчас осень, ой, зима впереди, вам пригодится. В общем, ссылочка в описании, обязательно попробуйте. Ой, вы можете не пробовать, собачке дайте попробовать. Крутить будем дальше. За задание свое, на! Тебе за задание будешь корм, корм кушать тоже. Крутим, крутим, катим, катим. Как там дальше, я не помню. Хоть бы не покорми меня без рук. Одень меня одной рукой. Новый секретный вопрос. Если на него снова попаду, я снова буду выполнять другое уже секретное задание. Так что я надеюсь, я его не нападу. Одень меня одной рукой. Пошли, Софиша. Так как одежда бывает разная у собак, я решила сделать так. Мы тоже прокрутим, и что выпадет, то я и надену на Софи. По простоте. Один. Это самое простое, что можно надеть, обыкновенная жилеточка. Просто я не представляю, как одной рукой это надевать. Я очень надеюсь, что выпадет жилеточка. Потом более сложная кофточка. Она с рукавами, но зато на ней нет ног. Это плюс, поэтому это вторая. И третья. Это комбинезон, у которого есть ноги. Потому что я не представляю, как собаку одевать одной рукой. Это третье. Сейчас мы крутанем и проверим, что мне выпадет. Надеюсь, один. Короче, все по часовой стрелке будет. Видите, тут пустоты, поэтому эти пустоты будут считаться по часовой стрелке. Я просто сейчас вообще сказала какую-то фразу, представляете? Да, это можно отдельно вырезать просто на ТикТок. Пустоты будут считаться по часовой стрелке. Пожалуйста, хоть бы единичка, единичка. Никогда так единичку не просила. По часовой получается 3. Я не знаю, может быть, у нас не получится. Хорошо, что здесь рукав такой дрявый. Короткий рукав. Так, сначала давай, давай, наверное, с рукавами. А, блин, да что такое? Я все время забываю, что я одной рукой только могу делать. Софиш, так, одно, рукавчик. Давай, давай, рукавчик. Давай лапку. Дай маме лапочку, пожалуйста. Вот, молодец, Софиша. Ай, молодец, зайка моя. А сейчас засунем ножку. Засунем ножку. Давай, Софиш, давай. Давай, раз и ножку засунем. Да, офигеть, я в шоке. Я в шоке, у меня получается собаку одевать одной рукой. Так можно было, серьезно. Получается, мне никогда не надо мучиться. И теперь надо застегнуть. Софиш, держись. О, вот это будет сейчас самое сложное. Так, блин. Софиш, лежи, я даже комментировать не в силах, просто этот бред.
Как попасть в клепочку? Надо было что-то побольше выбрать, чтобы Софи было великовато, чтобы оверсайз легче надеть было бы. О, я застегнула одну кнопочку. Последняя кнопочка. Ой, не последняя. И вот последняя на Софишином пузике толстенько никак не хочет застегиваться. Черт. О, я сделала это, ура! Я одела Софишке костюм одной рукой. И, пожалуйста, попроще, попроще, что-нибудь попроще. Чего? Нет, чего нет? А, нет, прими со мной ванну с пеной. Принять ванну с пеной с собакой вместе. Кто это задание придумал, а? Ладно. Пишите свои задания безумные в комментариях. Чем безумнее, тем лучше, да? Хорошо. Как? Не слишком горячей, не слишком холодной водой, потому что собакам горячую ванну нельзя. Я думала, из чего же мне сделать пену, учитывая, что человеческий шампунь собакам тоже нельзя. У них может случиться пересушить кожу, всякая аллергия случится и все. Поэтому... А собачий шампунь для человека будет не так опасен, поэтому я буду делать пену из собачьего шампуня. Спа, ванна с пеной. Но я думаю, достаточно. Софишка уже смотрит, что же там. На самом деле Софи любит купаться. Она единственная из всех моих собак, кто прям обожает воду. И если я моюсь в ванне, она сама ко мне приходит в комнату и в ванную и просится в воду, говорит: пожалуйста, я к тебе хочу. Кроме того, Софиша из всех собак, она может зайти с улицы, и у них стоит общая миска с водой, и она в эту миску, в этой миске моет лапы. Прям вот в воду вот так вот лапки сует и моет их прекрасно. У нас в ТикТоке было видео, где Софи помыла лапы в миске, и там все вокруг было грязное. Такого опыта в моей жизни не было еще. Помыться с собакой. Собачьей шампуни. Ладно. И дабы не ставить ограничение возрастное на этот ролик, я буду... Сейчас носки сниму. Вот в таком костюмчике. Сейчас вы увидите, как Софи сама просится в воду ко мне, если я в ванне лежу. Да? Ты хочешь со мной купаться, да? Ты хочешь со мной купаться? Ну, залазь. Давай, залазь. Она не запрыгнет сюда. Смотрите, какая у нас тут пена. Я человек-монстр. У Софи такой Элвис Пресли на голове. Блин, сколько мне лет, господи, чем я занимаюсь? Я играю с пеной в ванне. Ты кто такой? Я пенный монстр. Софиш, тебе идет. Знаете, такие парики были в 19-18 веках, парики такие носили. Вот у Софи такой сейчас парик такой. Че, какая разница, это же собачий шампунь. Можно помыть Софишу. Ай, массажик. Ай, Софишке, массажик сделаю. Когда мы еще ванну вместе будем принимать. Да моя собака, давай поплавай. Ко мне плыви, Софиш. Плыви ко мне. Иди сюда. Плыви ко мне скорее. Давай, 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 давай. Вот молодчиночка. Ай, молодец. Вот молодец. Я скатываюсь. Вот молодец, моя собака. Ладно, что ж. Пишите, пишите. Продолжайте. Круто, это будет новогодний выпуск. Мы сделаем такой новогодний выпуск с вашими безумными заданиями. Мне кажется, это будет очень круто. Да? А можете, если хотите, еще в Инстаграм выкладывать или в ТикТок куда-нибудь под хэштегом Magic задания. И мы будем смотреть, какие есть задания, и их выполнять. Мне кажется, Софишка уже скрипит от чистоты. Сейчас сполосну Софишку. Как раз сейчас вода уходит потихоньку, и я могу ее сполоснуть. Прямо у себя на ногах. О, нормально. И получается, мы еще заодно ее помыли. Теперь нам надо ее хорошенько высушить, чтобы продолжать съемки. А вы играли когда-нибудь в детстве такие, когда у вас такой душ, который так кладется, типа, алло, алло, с душем разговаривали, я в детстве разговаривала с душем. Мы продолжаем наше колесо фортуны. До свидания. Кисалис, смотри,
Какая штука прикольная. Кстати, у нас тут есть в колесе фортуны повторимое детское фото. И если нам выпадет, то очень будет круто. А еще я подумала, можно целое видео сделать со всеми ребятами, повторить их детские фотографии. Как вам эта идея? Мне кажется, очень прикольная. С вас лайк, если да. Все. Крутим, крутим, катим, катим. Купи мне 100 игрушек. Вот так выглядит 100 игрушек, ребят, собачьих. Но это для маленьких собак, если бы они были гигантские, большие игрушки. То для больших собак это была бы еще больше куча. Давайте их пересчитаем, чтобы было все очень честно. Итак, погнали. 99, 100. Итак, 107 игрушек для Софишки. Подарок, а, на день рождения. Я ребят всех убрала, чтобы они не мешали, чтобы посмотреть на реакцию Софиши. Здесь есть и розовые игрушечки, Софишкины любимые пищалочки. Она очень, она прям с ума сходит от пищалок. Посмотрите на нее. Просто вообще, пищалки это все, это наше все, да. Смотрите, какая красивенькая. Да, дай покажу, Софиша. Я не знаю, видно там вообще что-нибудь или нет. А вот такие вот, например, резиновые колесики она не очень любит. То есть она сейчас возьмет и погрызет его и бросит. Алиса, не надо трогать цветок. А вообще она любит перетягивать. Вот так вот, да. Вот так вот играть. Да. И еще любит мячики, но не большие мячики, а вот такие вот маленькие, и чтобы они были именно мягкие. А еще у Софишки есть такая фишка – жадность. Когда очень много игрушек, она может не знать, какую выбрать, и в итоге брать несколько, и пытаться вот несколько захватить и себе в лежанку отнести побольше, побольше. Но сейчас у нее нет конкуренции, поэтому она типа такая скромничает. А вообще она пытается в рот засунуть несколько игрушек и оттащить их куда-нибудь. У нее есть такая фишка, она ложится на лежанку, начинает вот пищать, пищать долго и нудно. Давай, Софи. Многие спрашивали, как там Алиса. Вот Алиса уже потихоньку начинает даже у нас и ходить, и прыгать, и даже играть. Да? Обязательно пишите комментарии с безумными и всякими разными заданиями для нас на отдельное видео про задания. И, может быть, мы какие-то задания используем в других роликах про колесо фортуны, если это станет нашей постоянной рубрикой с питомцами. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши самые новые видео. И, конечно же, поздравляйте нашу Софишу с днем рождения. Ей целых 9 лет. Вы можете себе представить, как же быстро летит время.